Есть? Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Будем сейчас мы колоть второй раз железо поросяткам. Тут уже у нас доза будет конкретная. 5 кубов. Колем, как обычно, суэфировит. Ну, в принципе, любые железосодержащие витамины для свиней подойдут. Прошло 10 дней, но, если честно, уже 11 мы трошечки. Вовен, Елена, покажи. Да, Илюха, включи мне свет, что-то весь свет. Да, все. Все, подожди пока. Свиноматку убрали, чтобы она нас назила. Ну, это такой, слушай, патреноподобный пацан. Да, тихо. Инъекция делается, внутримышечно или подкожно, в принципе, не имеет значения. Поэтому можно иглу не запихивать сильно глубоко. Достаточно будет ее подкожно вести. По УЗИ. Мыгу черный. Интересно, кто у них там в роду был черный, вьетнамец, да? Непонятно. Все, успокойся. Елена помощница у нас. Игла какая-то, слышь? Тихо. Прямо этот самый. Игла, блин, какая-то, слышь? Тупая. Она как поняла, как край у нее с этим, с заусенницей такой. Ну а чего вы дергаетесь постоянно? У нее думаете. Прям засунешь, прям рвется. Ткань у него. Ну, я думаю, ему не больно. Да тихо ты. Батя тебе ничего поганого не сделает. Так овсяно кормленные. Сытые все. Трен тоже черный. Черный прям ярко выраженный петрен. Лысые. Да, лысые. И видно, что мясные. Как они называются? А этот покоцанный? Не знаю, смотри. А тут что? По-моему, последний, да? Проверим, Ирина. Так, давайте смотрим. Перегоняй их сюда всех, Ирина. Выгоняй его. Это первый, по-моему, был. Все, да? Раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, в принципе, все. Второй раз мы их витаминами прожелезили, так скажем. Поэтому с железом заканчиваем. Будем через сколько там, я знаю, через пару дней. Там на 15 день уже можно. Ну, короче, к выходным будем колоть уже мультивитаминами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Пусть у вас поросята не болеют и растут как можно больше. Все.